Я хотел бы еще вот этот вопрос задать, чтобы он как бы подвел один общий смысл. Как выяснить энергетический возраст? Быстро, просто и эффективно. Ну, мне пока неизвестна технология, я просто чувствую, просто знаю. Вот человек спрашивает, я просто знаю. То есть, если что, можно к тебе обращаться? Ну, да. А можем узнать по поводу нас? Сколько нам вообще? Ну, Лилии 12 лет. Да, я так и думал, не больше. 12 лет – это как раз время выхода из поля родителей, если брать энергетический возраст, и поиск самостоятельного движения, пути и определения с полом как раз, кто я буду проявляться, мальчик или девочка, девушка или девочка. А мне? 43. О, да, любимая.